Ирина, привет! Видеообзор для тебя. Из главного шоурума Декорвальдер в Франкфурт-на-Майне на улице Берлина-Штрассе. Очень большой шоурум. И мы сейчас с вами расскажем вам. Привет, привет! Вот так. Здесь представлено очень большая палитра различных аксессуаров. Как раз это наши любимые аксессуары Stone, выполненные в белом матовом исполнении. Зеркала, светильники, крючочки. Вот такие вот зеркальцы, зеркальцы на присосочках. Интересно. Различные держатели для ёршиков, для туалетной бумаги. Очень интересные решения в виде полочек, дозаторов, ёршиков, выполненных в сочетании с хромом, либо нержавеющей стали. Также здесь присутствует вот такой вот интересный бумагодержатель, легко устанавливать. И плюс еще у меня такая полочка для дополнительных каких-нибудь гаджетов. Вот такие вот мыльницы, выполнены полностью из нержавеющего стекла, либо вот с такими вот вставками из нержавейки, выполненные в белом матовом исполнении. Лесенки. Специальные утяжелители на крышечках, она типа маленькая, не открывается. Здесь у нас изделия из хрома, опять же крючочки и классные крючочки. Черно матовое исполнение. Чебурочки, светильники, цветовые решения, стиль арт-деко, стиль минимализм. Каждый клиент найдет решение для себя. Начиная от светильника, заканчивая различными такими вот стаканчиками. Обратите внимание на качество. Продукты очень тяжелые. Выполнен полностью из латуни, а на крышечке есть полный килограмм. Полный пространство. Зеркала со основной зеркалом, со центральным таким обучением. Пятикратно. Интересное решение с этим полотенцедержателем. Можно выполнить как горизонтально, вот в таком, да, исполнении, тогда это просто на одно полотенечко. Либо реализовать для гостевых санузлов как держатели для многих множества ручных полотенечков. Дополнительные держатели для туалетной бумаги, двойные держатели, ординарные, ёршики. Ёршики подписаны эти настоящие. Коллекция Микада. Здесь это полностью в черном матовом исполнении. Даже вот такие вот интересные штучки, о которых я попрошу рассказать представителей экспорт-менеджеров. Кожа НАПА, конечно же, может из нее натуральная кожа НАПА. Обратите внимание на качество стрелочки, реализованные углы. Внутреннее оснащение. Ассортимент из кожи НАПА очень большой. Также можно ставить туда специальные дозаторы. Держатели для бумаги, салфеток. Ассортимент также присутствует изделия из искусственной кожи. Опять же, обратите внимание. Классные мини. Такие мягкие мусорные бачки. И, кстати, очень функциональные. Куда это работает качественно. Опс, привет. Заполнилась ведерко. Ведерко взяли. Сняли. И да, заполнился. Да, оставляется. Покупка. Следующие такие вот искусственные кожи. Это для грязных вещей и полотенец.
обратите внимание. Все как качество реализовано. Строчка, финишная обработка. Просто сделал супер. Запах какой классный. Вот такие корзинки для белья без отверстия. Никто не видел, что там. Боже. Держатели, полочки, различные вставочки. Большой выбор, опять же, цветовых решений. Классная. Классная скамеечка. Возможно, мозг прожатали. Кристаллы Сваровски, натуральные кристаллы Сваровски, золотые кристаллы Сваровски, с черными разнокомбинацией. Коллекция Stone выполнена в черном матовом исполнении. Опять же, кожа матовая. Корзинка для белья. Внутреннее пространство сделано из акрилового камня, из специальную, на магнитик. Керамические изделия, черная керамика. Обратите внимание, что это ручная работа. Каждое изделие, оно совершенно по-своему. Может быть в черном исполнении, либо в белом исполнении. Даже щеточки, как они реализованы, классно. Черно-матовые, золотые, хромированные. Коллекция кристалл, обратите внимание. Все цвета рамы. Начиная от изумрудного, матового цвета, да. Даже черный, прозрачный. Коллекция плавных. Да. Сейчас мы с тобой находимся во второй части нашего дома. Копирайтера. Здесь показывал решение, вот ты видишь. Какие интересные птички. Здесь показано решение, выполненное в золоте, матовом, либо сатинированном изделии из нержавеющей стали. Показаны шкафчики. Вот сварчики. Классное решение вот это на самом деле. В душевом ограждении, а в душевой зоне, если нужно, снял, помыл, не дали, обратно поставил. Изделия из нержавеющей стали, опять же. Черный матовый исполнение, лесенки, столы. Сетили. Его можно поставить как вертикально снизу, так вертикально сверху. Либо горизонтально справа, с левой стороны получаются интересные такие вот эффекты. Дозаторы для пыли, которые вы можете всегда принимать. Полотенцедержатели. Зеркала для интерьеров. Зеркала, опять же, светильники, различные держатели, которые полотенцы, напольные, пристенные, монтажа. Еще красиво, самый замечательный светильник, который могут быть. Здесь с этой стороны у нас различные аксессуары, опять же, светильники, точечный свет, обратите внимание. Это классное решение, кстати, для ванных санузлов, это кадровых прям. Бывает, когда что точечные, но бывает, когда цветы. Опять же, решил, что это цветы будет работать. Да? Только что мы увидели, что это повисает, а здесь он будет работать. Такие вот мусорные бачки. Мусорный бачок. Пятерка. Опять же, зеркала, зеркала с подсветочкой. Вот такой вот интересный светильник. Кстати. Держатель.
классические аксессуары. Классические сами слова. Да, в черном мат, еще с этим. Шли мы как раз используем полотенце. Либо для зеркала, основное зеркало, зеркало нашего с регулировкой по высоте клиента, как же они крутятся. Легкое управление, заметьте, со скребочком для стекла. Вот такие вот на присосочках. Цепь на 7-кратном, 5-кратном увеличении присасываются. Далее, если нужно снять, то можно взять вот этот вот язычок. Здесь показано зеркало, соцветило экрана, различные типы. Снять, потому что это красиво, а если есть интересы, то снять вот этот. Классное решение, на самом деле, мне нравится. Здесь вот такие вот мелкие ступора, которые носят очень тяжело. Вот с этим привезением подложкой, которую не так не скользят. И поддерживают очень качественно. Обратите внимание, что здесь также выполнено желательно, чтобы и стенку не повредить, и дверку не повредить. Здесь у нас различные аксессуары. Аксессуары. Вот черный вот количество здесь как раз показано мои любимые аксессуары. Надо все потрогать, поскрывать для вас. Посмотреть, как это все устроено. Щеточки, щеточки могут быть скромированы. Золотые. Классные щеточки. Вся деталь в нюансах. Снаружи, может быть, все выглядит как дерево, но на самом деле, когда трогаешь качественный продукт, как оно реализовано внутренне, снаружи, финишная работа. Даже присосочки, мелкие детальки, они все играют в конечном итоге финишное ваше восприятие продукта. Это очень качественный продукт. Мердерки имеют очень интересные характеристики. Обратите внимание, там утяжелится с одной стороны. И за счет этого открывание прям легкое. И сам далее встанет в нужную точку. Зеркал очень много.
с черненьким, да. Черный 15 выполнены из нержавеющей стали, и тут как раз будет эффект такого сатинирования. Обратите, даже такие вот квадратники, они у вас открываются, скрываются. И многие задают вопрос про утяжелители. Как раз утяжелители здесь тоже присутствуют. Здесь вариант хромированный, нержавеющей стали. Здесь. Посмотрите, какой большой выбор этих различных зеркал. Включите портативный, который вы можете выбрать. Ванную комнату, спальню, в гости с подружками смотреть. Даже вот это интересное зеркальце, которое вы можете положить на себе. Оно еще и с подсветкой. Можешь себе косметическое зеркало. Замечательный подарок для девушек. И для всех, кто любит стиль. И держатели стены уже также можно использовать как на столешнице. Это специальные держатели для вибрационных эффектов, для пакетиков специальных. Девушки знают. Косметическое зеркало, обратите внимание, регулируется здесь. И вот здесь также адаптируется, крутится. Отслеживается. Щелоточка. Целители фарфор. Аксессуары выполнены в такой стиле. Классический стиль. Черное стекло, возможно, с хромированным, с золотым, с этим золотым. Опять же, большой лист на зеркало. Как раз смотрите, какое сиденье. Сиденье у нас может быть использовано как раз в ванной комнате или в коридоре, да, в одном помещении. Лесенка, просто ребята показывали, как все равно. Вот, ребята, все. Вот, смотрите.
опять же, зеркала. Очень интересно, и вы можете прикрепить их, опять же, перед тем, как собирались куда-то уходить, посмотрелись быстренько. Вот здесь с подсветочкой, технологией Touch, пятикратное увеличение, опять же, сенсор. Все это на липучках, тут можете закрепить на любую поверхность. В ванной комнате, либо в другой. Здесь изначально стали. Ух ты, такая замечательная керамика, обратите внимание, опять же. Какая красота. Так они красно реализованы. Ассортимент прям широкий-широкий. Для любых, даже для самых искательных клиентов, мы всегда для себя найдут что-то интересное. Здесь у нас даже есть вот такие шкафчики. Опять же, там большие, но не колесики. Вы можете использовать в ванной комнате, либо в гардеробной зоне, либо в кабинетной зоне. Большой набор этих зеркал. Черный пластикон, черный матрон. С этой стороны мы имеем с вами аксессуары для дешевой зоны. Опять же, держатели для, к примеру, мочалочек. Взяли, почистили. Корзиночка совмещенная, к примеру, со скребком по стеклу. Даже быстрее по самому стеклу. Ключевочки резиночки для мочала, которые подвешиваются на стоечку, большую стойку. Аквапальта имеет все решения. А это что интересно? Пристенные держатели для каких-то изделий. Вот такое даже не видел. Это скамеечки. Душевую зону с агрелатом. Такое большое. Выдерживает до 120 кг. То есть можно спокойно сидеть и делать мобильный. Маникюр или еще что-нибудь. Очень интересная корзинка для белья. Это корзинка для белья. Тоже полноценная сидушка, полноценное сиденье. Полное исполнение.
опять же, аксессуары с подсветочкой. Очень-очень большой выбор цветов. Вот это вот классное решение для ванн. Когда сушить какие-то вещи, вот, вытянули. Когда не нужно сушить, обратно вставили. Очень функциональное, интересное решение. Вытягивается. С центрального положения вытягивать. И обратно вставляете, когда вы все сделали. Большой-большой-большой блок. Достаточно. Кстати, на этой шкафчике можно спрямоценно поставить шоу-румы, которые помогают на нашей сумме. И дальше вот здесь вот показано стулочки в этом месте. И шкафчики. Что у нас здесь? Изнутри. Очень интересное решение, которое мы придаем акцент. Здесь показаны шкафчики. Это у нас уже интересно. Подсветочкой на зеркало, которое меняет температуру в зависимости от надобности климата. Более холодное, более теплое. Это средний вариант. Скамеечки, да, у нас это кожа, тиночки, вот эти скамеечки, мягкие, ну, такие, мягко сидеть, но не заваливаются, выполнен из этой кожи. Ротанговые изделия, чем они интересны, смотрите, качество плетения, нет никакого, никаких выемок, вот этих вот вытолщин. Все едино. И плотность. Обратите внимание, качество плетения прям такие. О, вот эти даже в руке полноценно качественно держится. Хотя это плетеное изделие. Опять же говорю, декорпайтер — это качество. Качество, визуальный эффект, эргономичный эффект. Эргономика прям, все хочется трогать, чуб. Настолько это все качественно реализовано. Зубки. Вот эти ступенечки. Здесь мы говорим, такие вот есть интересные. Очень интересный цвет к свету. Так, что у нас здесь? Здесь мы видим, что можем заказать вот такие вот полочки, да, на ванну. Подушечки классные. Подушечки, опять же, они очень универсальные, могут входить для любого типа ванны. Есть вот такой утяжелитель, соответственно, и мягкая такая, очень грубая подушечка. Очень, если хотите, там, вы можете подарить
Или забрать. Ну, такая подушечка прям для спины, которая долгостройка, ванна. Такой первый раз вижу. Интересно. Светильник. Большой выбор, если что-то назначено светильник. Зеркала, основное зеркало, стационарное зеркало. Возможно, использовать в спиральной зоне, в данной зоне. Либо в входной группе, как пришли, будут на работу убегать, посмотрели себя устроить сначала, в общем. И далее, если нужно подкорректировать некие детали, мы с вами подкорректировали и побежали на работу. Вот есть видео. Далее, здесь мы опять выходим вот там, уже огромный, опять же, качество продукта. Как они выглядят изнутри. Эта корзинка для белья маленькая, чуть побольше. Это специально для зонтиков, либо для туалетной бумаги можно использовать. Держатель. Здесь корзинка побольше. Смотрите, я руками провожу, и очень приятно, потому что здесь качество плетения, плотность плетения. Даже когда ты берешь, пока все держится, прям вот идеальное. И самое большое. Сейчас покажу себя в зеркале. В высоте, ну, где-то сантиметров 60 с чем-то. У меня высота 1,80 м. Значит, ну, даже выше 60. Где-то 70 сантиметров, 78 сантиметров. Данная корзинка для белья. Чем она хороша? Собрали вещи, отвязали, узелок завязали, плотненько, потом освободили и обратненько повесили. А еще что интересно, оно на колесиках. Если нужно, если он тяжелый, можете перемещать. Колесики реализуем таким образом. Продумал все детали вашей комфортной жизни. Что еще интересного здесь есть? Пойдем посмотрим еще одну вещь. Интересненько. И здесь это больше уже интерьер. Все. Такой. Можно двигать. Углу обзора. Светильник. Если свет можете на картину, да? Вот так вот сделать. Сюда обратись почитать. Я, кстати, об этом даже и не знал. Очень интересное решение. Вот эти вот светильники очень крутые. Вы можете наверх посмотреть. Крутится, видите, еще так в сторону. То есть вниз можете поставить. Можно их закрыть. Он просто сейчас горяченький. Здесь еще старая модификация лампы. Но можно отрегулировать по нужному вам типу. Классно. Вот такие вот интерьерные светильники. Светильники идут вниз, вверх, вверх, со всех сторон светящиеся. Картины можете использовать, в ванной комнате можете использовать. Это прям супер идея. Мне нравится. Светильный клад, который можете поставить вертикально сверху, вертикально вниз, вот бок. Решение здесь прям отличное.
корзинки. Здесь прям большая-большая награмма. Сами золотые, не золотые, золото насыщенное, золото. Вот эти ГБ, сочетание белого золота, нашивки, белый мат, черный мат, с крышечками, без крышечек, различные варианты. Металлического открывания, как это говорится, механического открывания, корзинки. Корзинки регулярно, на колесиках. Классное решение, на самом деле. Сейчас есть один для дома. Держаться на полотенце. Держаться на полотенце. Кстати, здесь два в одном решения. Здесь и как держаться для полотенца. В данном случае показано здесь. А если покупаете вот такое изделие, то его можно уже использовать как корзину для белья. Настройка. Здесь еще старая модификация. Видите, настройка. Строчка полностью цветовая. И здесь как раз цветовые решения, которые применяются, скорее всего, на фото белые, с черными углами, темно-коричневый такой. Показать вам при таком свете. Солнечный свет. Спасибо большое. Всем привет. Надеюсь, экскурсия понравилась. Это мой первый раз. Будем стараться теперь снимать чаще, побольше, поподробнее. Спасибо. Кстати, последнее, что еще хотел показать. Подсоединение возможно на аккумуляторах, на батарейках. Подключение к электрике в виде как в розеточку, да? Либо прямого подключения. Здесь, куда мне приехать, уже сказать, либо включение, опять же, повторюсь. А теперь спасибо. Пока-пока. Егор Вальтер. До встречи. Здесь мы находимся с вами. Уже в шоу немножко другое. Здесь у нас показывают как раз изделия из коллекции. Либо изделия из...
кристаллы психологические. Кстати, они сенсорные, и включаются автоматически, если вы включили коллекция стола, даже щеточки. Щеточки прикольные, щеточки в черную, а в золотую марку используют сатинированные золото. Опять же, очень интересное решение. С полочкой мы будем держать. Речь специально будет резиновый цель, чтобы не протягивать сказать, что я иду в этой кубке из земли. Очень большой. Вот такие вот интересные решения. Стопы, такие вот плакаты на двери. Весят по 5 килограммов, килограммов. Чем они хороши? Основание медицинами, которые не скрывают по полностью блокируют двери. Возможно, это бронза, просто золото. Здесь у нас представлено